Всем привет, друзья, с вами Вадим Токенхаус. Снизу, я ему третий дамаг делаю. Меня Андрей спровоцировал на то, чтобы я взял ракеты. Я их взял, теперь он предложил меня пушить. Ну, мы будем это делать, потому что иначе ты, ну, как бы тут стопроцентное поражение. Ракеты наносят 100 спелл дэмэджа каждые 40 секунд всем вражеским зданиям. То есть в том числе, например, и главному зданию. Ну, то есть, по сути, вроде не так-то опасно. Да, вообще фигня. Только учитывая, что это апается постоянно, ты еще... Апай, вроде. А как это апается? Здесь нету апа. Главное, не-не-не, это надо на холли левел 2 сделать, понятно. Угу. Ну, сделаешь скоро. Копи. Так, я так понял, что меня будут не любить, поэтому надо... Не-не-не. Апать все, что только возможно. Дима, я с тобой первую... в союзе. С тобой... Да, но это типа... Это потому, не... что ты взял башенку, у которой хп реген сдал, да? Да, да. Угу. И вы сдохнете, а я буду регениться. А это что, он взял спелл реген всем зданиям или только главным? Да, всем реген. Ну там не спелл, там грейды надо делать, чтобы это работало. Mm. Уже сделал, 250 всего стоит. Мне кажется, Андрей мной манипулирует. Конечно. То есть как бы он настроил меня против всех, всех при этом против меня и пытается... Вот Андрей, жучара! Вы можете пытаться запустить меня. Не знаю за что, но вы любите это. Когда там ракеты следующие полетят, а? Да только что были. А, ну ладно. Ого, меня так уже... Меня уже пушат с двух сторон. У меня уже этот четвертый барак апнули, что ли? Конечно. Офигеть, у меня уже этот здание более пропушенное, чем у всех, блин. Так, здания родные. Но тут точно надо делать выживаемость зданий. Тебе-то зачем? Потому что меня будут пушить. Исследование завершено. Обследование завершено, блин. Так. Ой-ой-ой, больно домиком. К сожалению, этот грейд, конечно, мало чего полезного дает, потому что он дает только броню и хп, то есть он не дает там реген какой-нибудь, как у эльфов, не дает шипы, как у орков. Ну, что делать? Хотя бы он, но сейчас еще и Андрей своей армии придет, блин. Откуда? А, ну это просто юниты скопились, ладно. Так, ну что, мне главное как-то выжить, короче, цель. Самое смешное, что Костя еще и Димпл барак снес. И я тоже. Ты видишь карту всю? Да, Reveal Soul Map эта штука делает. Ну, я вообще, я хотел взять как обычно вертолеты, но потом подумал, блин, ну реально надо что-то необычное взять. И вот. Ну и плюс Андрей сказал, да бери. Я забайтился, короче. Ух, блин, барак, живи. Ой, блин. Бедный Дима. А, Дима Бладельфа взял. Взял. Я понял его стратегию. Он такой, так, красных орков запретили, игра будет долгая, берем Бладельфов и побеждаем. А тут... Да не, они здесь довольно опять слабые в этой версии. Да. Ну, не знаю, здесь если нет... Врожденная минус 10% урона и что-то там еще, и 10% хп, по-моему, довольно сильно решает. Да, не знаю даже. Просто все-таки в той версии мы все атаку сразу апали на 6, потому что у них был второй левел главного здания, а здесь-то как бы, ну что, вот смотри, у... А, ну хотя четвертая атака уже, лол. И третья, 3-2 уже. Ну да, здесь что-то все вообще любят грейды, я так понял. Ну я, конечно... Не, у меня не очень дешевые просто. Ну да, сделал. Да, у орков всех вот этих, оркоподобных они действительно очень... Не, вот у Ренов самые дешевые, дешевые. Только на двух юнитов. Ну и у хуманов очень дешевые, прям очень и эффективные. Ну хотя у хуманов самые дешевые, вот у Нак и у Тауренов. Ну да. Прям самые дешевые. Ок, ну, я даже не знаю, что делать против этих ракет. Пушить меня. Сдавайся. Ты уже довольно неплохо с этим справляешься. Так, живем. Ну я не знаю, вот этот грейд мне особо нет смысла делать. Это тоже. Угу. Надо Вадиму барак сделать. Ах ты гадина. Да, надо. Дима главный провокатор, он напротив меня, но ничего. Кстати, написано Reveal Soul Map, а на самом деле нифига не Reveals. Я вижу только базы. Или что? Тебе надо меня пропушить, и тогда ты сможешь пушить Вадима. Ой, я вижу невидимых юнитов, имба. Есть невидимые юниты?
Ну, вроде как у этих, у Рок есть невидимые юниты. Ну, в общем-то, конечно, сомнительная полезность. Так, стараемся. Ну, мне надо уже апать, стараться. Блин, у меня денег нет, правда. Но надо как-то пытаться апать к людям вторые бараки. Хотя, я не знаю, все равно у меня второй барак, на второй барак-то еще жестче будет разница. Потому что здесь грейженные юниты, а у меня нет. Но, с другой стороны, первый барак на второй барак будет хуже. Я могу, конечно, зелота своих там грейдить как-то. Могу сделать второй левел главного здания для Изменения того, совершено. чтобы фигачить второй спелл. Но его слишком часто придется делать. Наверное. Ого! Костя вообще жесткий. Костя, поумерь пыл. Ты и меня почти снес, и Диму почти снес. Что ты творишь? Ого, и Бать. Дима уже в городе, блин. Дебафнутый Бладельфы, блин. А у меня единственного второй барак. Ого, Гошечки! Жопа пришла с меда, походу. Стройка завершена. Вот Так. это Ну, надо поворот! ж пушить тебя как-то. Офигеть! А как это отбивать вообще? Вторым скиллом. Кто тут хочет подраться? Ракетами. Офигеть, просто я Их в осаде, запускать. пацаны. Все против бедного меня. Так, Да рифл. не, нормально все у тебя. Зелот. Кто тут Ну, хочет зелот у меня с подраться? грейдом, хотя, ну, кстати, я вроде отбиваюсь. А, ты, кстати, не Source of Magic взял? Решил лучницами фигачить. Ну, Source of Magic здесь вообще ни о чем. Типа потому, что Если... маги не хотят кастовать? Ну, во-первых, да, во-вторых, просто, видимо, спел дэмэдж порезали. Черт, только я отбился здесь вторым бараком и с пылом. Теперь Костя апнул второй барак. Ёшкин кот, тут вообще выжить можно? Ну, по сути, здесь единственная задача просто Кто-то выживать, как хочет бы. подраться? Ну да, только она не очень, конечно, А реализуема. мы-то и так как бы сдохнем рано или поздно. Ну, Андрей, нет. Да-да. А я тебя не пушу. Андрей, все просто. Да, блин, все реально жестко. Ты мой план на победу, поэтому... Ты, то есть, пытаешься на моих плечах Да. Именно взойти так. на трон? Так. О, Стройка успеваем. Юху! завершена. О, кстати, еще барак не атаковал какое-то время. Это круто. Юниты чуть переагрились там, не все. Реально просто выжить любой ценой. Но такая игра, конечно, интересная. Я самое смешное, еще умудрился второй барак на ми тапнуть и как-то там выживать. Ну, то есть еще и фармить там. Блин, Ну, сейчас, 300. конечно, мид такая тема. Я вот, типа, первый апнул там, вроде как убивал, у меня он 500 голды всего оттуда. Да, мид как-то слишком сильно дебафнут, это не очень. Как будто не на 25%, а 25%. То есть, там Ну, вроде как типа написано, что... четверть только голды. Ну, видимо, да, потому что на миде ты... Походу, так и есть, да. Это неправильно. И, ну, я не знаю, на основании Ну, вот чего человек сделал я, такой конечно, не вывод. знаю, у меня английский хреновый, но вроде как gives you... Ну, типа, дает тебе 25% меньше, less gold. То есть, типа, на 25%, Исследование а не завершено. 25%. Ну Но, как бы, да. ощущение, как будто 25%. Видимо, он где-то ошибся или что. Просто фишка в том, что реально вот у нас есть своя какая-то школа сурвайвела там через ми, там, ну, что-то интересное, короче. Ну, потому что все-таки я в первую очередь по Варкрафту видео записываю, поэтому они должны быть интересными. Вы бы видели, как играют на айсикапе, как бы бафуют, ой, то есть, ну, стараются там сделать все возможные грейды там на здание, еще что-то. На миде вообще тишина, вообще некуда посмотреть даже особо. Там. Вот. Ну и получается, что теперь еще дебафнули мид. Еще жестче стало. Так. Вообще плохо. Ну, кстати, плюс, конечно, вот этой пассивки, что ты видишь всю карту и понимаешь, кто к тебе там апнул, например, барак. Ну, Ну, хотя хотя вот... вроде это и так пишется, кто тебя Что, апает. тебе барака апнули? Нет, ну, если кто-то апает барак, это вроде пишется, нет? В Нет. чате. Нет. По-моему, нет. Так. А, может быть, то другая версия была. Где-то, помню, такое Ни было. в какой не писалось никогда. Может быть. Нет, тут... Пишется, если кто-то захватывает. Ну да. Захватывает А, ну мельницу, да, но захватывает, непонятно, да. где он захватил. Первый раз, когда...
Непонятно, где он захватил. Может, у него вообще юнит с меда пришел. Блин, ну это жесть какая-то. Я чувствую, я тут нафиг сдохну от кости, если... А что я могу сделать-то? Ток-ток-ток-ток-ток, засыпаем тут все. Блин, эти медведи. Была бы вот у меня, были бы у меня орковские шипы, вот эта вот возвратка, вообще было бы, конечно, все по-другому. Ну, то есть, медведи бы сами отдавались бы. Стройка завершена. Очень успешно. Ой-ой-ой, как все сложно. Ну, надеюсь, буду отпушивать. Что там, у Димы все плохо, у Кости все более-менее плохо. Андрею наплевать. Ну, хотя нет, тоже, тоже чинит. Но он еще ни грейды, получается, не сделал особо, так что... Ну, вообще уже сделал несколько. Но у меня еще один будет грейд. Но пока да, пока не страшно. Ну, по крайней мере, пока всем остальным страшнее, чем тебе, и это уже плюс. Да. Так, блин, сколько их тут? Ой-ой, ну, конечно, грейды это жесть. Ну, 3-3 у Кости. Но я даже не знаю, я, мне, наверное, нельзя тратиться на грейды, потому что, ну, 3 сотни, блин, 3 сотни один грейд стоит на атаку. И то он не действует на всех юнитов, которые у меня сейчас есть. То есть, ну, по сути, он не действует на магов, он не действует на зелотов. Вообще, у гномов, наверное, худшие грейды. Ну, гномы, конечно, наверное, на данный момент в топ-2 после красных орков. Я, правда, да, ну, нифига. Не проверял. А типа ракеты, что ли, дебафнули их? Очень слабые. Ракеты дебафнули? Почему они слабые? Да хрен его знает, просто слабые. Ну. Ха, интересно. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что не такие они и слабые на самом деле. Блин, так медленно идет из-за того, что на меде фарма нифига нету. Я походу доиграл. Уже? Угу. Так а что у тебя? Ну тысяча... нет, ну я попробую отбиться, конечно. 1000 хп у барака. От кого? От тебя. Че там? Костя, восьмой барак тебя апнул уже? Нет, просто скопилось очень много и как бы хп у меня немного. Хотя вот хороший скилл вроде кинул. Так у тебя вон, да, 375 маны. У меня вон у главного здания... А, хотя, кстати, 300 маны у меня тоже... Так а толку как... от этой маны сейчас вот когда пошел и все? Там манна быстро регенится у меня почему-то. Хм, интересно. Ну, ах, ну хотя потому что я сделал грейд главного здания, и манна процент соотношения улучшилось. Конечно, было бы круто сделать грейд главного здания, блин, это, чутка пораньше. Так, ну чё, сделал 20% range unit damage, 20% building damage. Наверное, building regeneration 2 хп в секунду, кстати. Ну, это жесть, короче, сейчас вот убивается вот это вот, и все, мне ничего не остается. Блин. Да-да. Здание регенерат. Нет, ладно, регенерация здания не буду. Ranged unit damage. Вот это вот сделаем. Угу. Так, и качнем золото. Еще выживалку для зданий. Не хватает золота. Ну, то есть в процессе можно уже там делать грейды за 3 сотни, все дела. Жесть. Костя суровый. Живые наступают. Ёшкин кот, что на меде творится? Жизнь такого меня не готовила. Третий барак пришел. А зачем ты, кстати, Дима, третий барак, ну ничего ты не сделал против там Кости, который ну, тебя вот пушит? Ну вот я увидел уже, что там такое идет, когда уже нажал грейд. То есть... А зачем Кости, я не понял, делал грейд к Диме? Так потому что он первый на меня сделал. Ага. Элементарно. Тогда ладно. Тогда понятно, почему. Ждем приказаний. Блин, давай, второй игры, второй спелл, ты должен что-то сделать. Вообще жесть, конечно, такая дичь пришла. Ну, а, кстати, кстати, этот, они полную стоимость дают, это круто. Я к тебе, с другой стороны, барака. Сейчас на меня... О, что прет на меня с стороны Вадима. Ну да, фиг ли. Все-таки третий барак должен иногда отбиваться. Так, 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 надо апать. Не хватает золота. Не хватает золота. Апать, 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 апать. Да лол, не хватает, не хватает, давай. Постройка завершена. Офигеть, убейте их уже. Чёртовы птицы.
Вы там на меде, вас вообще нету, что ли? Я не понял. Тут у меня птичьи... Да, я пока не опу. Птичьи войска, блин. А, давай, рифл родной. Так, ну чё, уже у меня везде как минимум второй барак, то есть можно делать, в принципе, грейд на атаку. Можно делать грейд еще на магов. Можно делать грейд на ракеты. Вылетающие из чуваков. Угу. Ну нет, сейчас главное выжить. Я только собираю толпу. Чего? Я только собираю твою толпу, все больше и больше. Ну да, так потом этот возвратка-то пойдет. Возвратка, причем грейдинная. Грейдженная. Кстати, а разве возвратка работает против твоих дальников? В смысле возвратка, что... Нет, возвратка в смысле, что у тебя куча юнитов скопится. Ты-то это явно отобьешь. Потом скопится куча юнитов, и с третьим бараком у меня будут проблемы. Ну это да. Очень, кстати, часто пишут люди, что прям у них болят глаза от того, что я часто забываю прожать репейру зданий, но, блин... Я не знаю, как можно быть таким недальновидным, все-таки я как бы сижу, что-то играю, разговариваю, а вы просто смотрите, что там, о, барак там. Ну и, конечно, так видно намного больше. Я хочу вас уверить, я не хочу специально не лечить свой барак. Типа, а, да ладно, и так сойдет, пол хп-то. Изи. Так. Не знаю, попробую сделать грейд на магов, что ли, вдруг это поможет. Ох. Чё там? В гугошечке будет смешно, если я кости снесу барак. Виспы не, летают. Не виспы так себе, конечно, но с другой стороны, у меня рифлы остались без поддержки. Ой-ой-ой-ой-ой. Они так себе, но свое дело сделали. Ну да-да-да, они пробили передний ряд, и сейчас скопится куча всех от тебя. То есть, ну, надо будет, видимо, задуматься о герое в твою сторону и подкопить на это денег, иначе у меня будут проблемы. Блин, первый на 60 дорожает грейд, а по сути, вот, для второго барака он улучшает всего двум юнитам. Конечно, мне кажется, надо пересмотреть стоимость грейдов. Все-таки у башен несоразмерно низкий атак спид, и они участвуют только в битвах на базе, поэтому как-то, не знаю, жестко. Ну, то есть, если сравнить хуманские грейды, которые там двум юнитам делают... А, хотя... Ну, куда тут? Да, двум юнитам тоже делают. Что такое? У меня герой, короче, отбивался слева, пошел на миг. Так, ну я даже не знаю, наверное, от кости не отбиться. У него здесь 6-4 грейда, без героя, в смысле, не отбиться. Поэтому надо сделать. Самое забавное, что у меня пассивка с ракетами и чуть ли не самые раненые бараки. При этом. Забавная фишка. Ну, Димин левый более ранен. Туда. Да не, у него 3200 хп, а у меня... А, хотя нет, 3800. У него 0 хп. А, левый? Ну, левый-то да. Левый барак самый раненый. О, Андрей, ты начал это имбовое лечение делать. Я, блин, раньше не знал, что это лечение на других юнитов. Думал, ну маги могут сами себя лечить. Типа, что за фигня? Нафиг это надо? Ты про что вообще? Не, про... Я Димина, я сказал... Я имел в виду Андреевское вот это вот лечение на юнитов, ну, очень сильное. Какие маги? Это щиты, это не лечение. А, он увеличивает армор? И его маг, его маг, да, кастует? Да, да, маг. Ух, гном, давай, держись, блин. Нас мало, но мы, блин, я не знаю, даже не в тельняшках, наверное, а так. Ёпрст, что творится вообще? Гном, ты там жив вообще? Где гном? Гном минус пол хп. Жесть какая. Ух, делаем взрывы. Ой, гном, живи, гном, живи, гном, живи. Жесть. О, ну это второй спелл, фигли. Второй спелл. Второй спелл плюс самый сильный герой моей расы. Он должен... Если уж он не отбивает, то что, блин, отбивает? Так, минус 2 армора. Ну это круто, но пока героев особо нету. Ой, теперь еще на меде жопа.
Давайте героя отправим. Мало ли. Ох ты, ешкин кот. Давай, друг. Че, не один барак? А, бараки не выделяются так. Эх. Ну что, надо что-то сделать сильное. Ну вот грейд на ракеты, в принципе, силен. Но грейд на атаку надо делать. Просто у меня постоянно в главном здании, блин, надо спылы прожимать, поэтому я не могу грейд нормально делать. Да, надо было пораньше второй спел делать, видимо, отменять каст на магов, потому что гном очень-очень-очень ранен. И, возможно, он даже не дойдет до вражеской базы, блин. Самое смешное, что слева опять Андрей приперся. Че у него за грейды? А, ну 8-2 у него грейды, тогда неудивительно, в общем-то. Ну да, он справа приперся. Ладно, тоже героя отправим, короче. Может быть, зря я это делаю? Так, барак, главное, бей эту. Блин, она гасит барак. Ух, орудие к бою, как-то орудие вообще так себе. Ох. Ну, надеюсь, герой-то просто тем, что он герой, сдержит удар. Сейчас юниты тем более выйдут. Текс. О, герой пошел направо. Правильно. Хотя на меде тут 8 левела баба, но это бладельфовская баба, можно ее, в общем-то, не париться особо на ее счет. Кстати, я не знаю, чем мне от кости сейчас отбиваться. Так, сделаем еще грейд, здесь ракеты грейдятся, ну, потихонечку будут там как-то что-то. Эх, а теперь мортира пошла на мид, офигеть, ну сейчас-то, о, не, оба они решили пойти, видимо, к Андрею, чтобы он апнул ко мне барак высокого левела, и я отдался. Хорошая фишка, мне кажется. А нет, все-таки пошел на мид, чувак. Текс, ну на миде, видимо, можно считать, что все хорошо. Главное сейчас проблемное направление, это Костя, скорее всего. Да, на меде герой заткнет. Но сейчас как Костя отобьется, если он отобьется, то будет все очень плохо. Ой, гном, бей барак. Ну только не башню. Барак, молодец. Костя тут спамит, вышли юниты. Ну гном вообще такой раненый был все время. Просто офигеть. Так. Ну что, еще выживаемость зданием, что ли, качнем, раз меня так гасит. Двор сдох. Ну, какое-то время я еще тут поживу, конечно. Так, а никакой герой у меня умереть не хочет? Вроде не хочет. Исследование завершено. Так, ладно, давайте качнем выживаемость зданием. У меня же, кстати, вроде под базой плюс 20% атаки, то есть я должен быть типа сильным. Блин, ну так дорожает грейд с каждым уровнем, это слишком, мне кажется. Так, армор на 2, но это как-то так себе пока. Криты, это круто, но не сейчас. Ну, 20% блока для зилотов, наверное, не так-то плохо для вот такой стоимости. О, отлично, напросился я. Пришел ко мне герой 6 левела, но, видимо... Блин, а как с этим бороться-то? Как минимум надо прожать реген барака, и здесь прожать реген барака. Так. Еще герой, он мой 9 левела. В самом центре стоит. Угу. Ну, можно 4-й барак сделать, конечно, попытаться, но это мало что даст. Че, какие у кого планы на игру? Жить. Или пушить. Телепушить? Телепушки спать пора. Блин, герой. Герой подходит. Но с другой стороны, все-таки я и барак там апнул, то и все. Текс. Ой-ой-ой. Герой еще жив тут. А, кстати, сейчас же здесь герой отдаст. Ай, блин, не учел я вот эту фишку. Надо было просто заспавнить сюда героя, который сейчас отдастся. Вот же он в самый центр вышел, а? Ну бас. Техномастер. Ой-ой-ой, юниты, спавнитесь, юниты. Просто за секунду мне так надамажили барак. Вообще пипец.
Видимо, надо накидать тут всего. Текс. Но все равно нужен герой. Все равно нужен мне герой здесь. Иначе все плохо. А как мне, блин, надо спавнить юнитов, иначе... Не хватает золота. Ну же, кого-нибудь убейте, просто кого-нибудь. 4-3, блин, ладно. А, о, героя можно. Так, все. Блин, он бьет барак, гадин. Ну, конечно, он бьет его мало. Но все равно бьет. Может, как-то перефокусить его? Но, к сожалению, нет, это не работает, блин. Танк, давайте, как-нибудь выжить. Просто выжить. А, ну нормально, сейчас этот Зулки сдохнет, он вроде никогда не был сильным героем. Убит герой наших союзников. Эх, мортиру убили. Ну, вроде ничего опасного такого прям не предвидится. И я могу сделать грейд на атаку еще. Тебя сейчас Дима пройдет ко мне, блин. О-о-о. Ёшкин ж ты кот. Что творится вообще в этом мире? Да, я помню, красные орки без барака жили 30 минут. Бладельфы такое не могут себе позволить. Просто реально можно назвать видос «Выжить любой ценой». Потому что это лайфхак. Пипец вообще. Это просто пипец. Главное еще... Ну, обычно в таких играх с мида вроде, ну, не должно быть прям... таких жестких проблем, а здесь получается, что и на миде еще никого нет. Ну, хотя смысл сейчас на мид кого-то отправлять, разве что вот так вот меня пропушить. Так-то особо нет смысла никого на мид отправлять. Не, ну, понимаешь, они не могут жить еще так долго, потому что тогда не было ракет по всей карте, которые тебе вообще никак не дают. Ну, банши были. Что? Банши были. Ну, в смысле, нет, именно в той игре. А, ну да, кстати, ракеты же еще. Да, с ракетами сложнее выживать. Пипец, такая ситуация была. Я думаю, сейчас на героя накопится, а как назло, долго очень денег не приходило, блин. Так, мортар баги. Юху. Так, ну это у меня еще грейды на бараке очень жесткие, то есть, блин. Просто верните шипы. Сейчас Дима еще будет фармить на меде. Ну хотя фармит немного, конечно. Но все равно, а потом возьмет и убьет меня. Ну, пройдет ко мне, по крайней мере. Надеюсь, не убьет. Блин, опять Андрей скапливается, гадина. Я к тебе апнул, Андрей. Конечно, вряд ли доставит тебе дискомфорт какой-то, но... Так, а что это такое? О, увеличивает армор. Всем. Или что, или это маги так по чуть-чуть. Ну, у магов у меня есть ПЛ увеличит армор на 4, но... Непонятно. Крепость как-то вообще 5 юнитами убили. Костя слишком суров. Его юниты очень опасные. Живые наступают. Так, барак бьют, но он... Живет? Да как не готово-то? Обманщики! А ну нажимайся! Черное копье. Так, о, опять. Костя опять за старое, за свой второй спелл взялся. Ой-ой-ой, в этот момент Дима проходит. Да что ж такое-то? Ну хоть без героя. Или с героем? С героем, блин. Ладно, отправлю мортиру. Я как бы не уважаю обладельфов. Ну, то есть у меня есть более сильный герой и более слабый герой. Более сильного героя я, наверное, оставлю на Костю, потому что здесь уже герой сдох. Мортира более слабый герой. Возможно, это неправильное решение, но все-таки я под базой, с башнями, против бладельфов, и, наверное, с этого и стоило начинать. Так, щит надо, наконец, сделать уже. Щит очень нужен. Щит прям реально нужен. Ой, мортира огребает. Давайте кого-нибудь... А, во, я скоро сюда же вот этого могу еще отправить. Твой. Подходи. Блин, да чего вы все бьете мою мортиру?
Изверги. 700 хп, мортир, 1000. О, как тут все разнесли, хорошо. Блин, мортир, выживай, как можешь. Да, нормально, 1000 живем. Так, ну здесь уже Костя в этот момент подходит. Но мне кажется, вот с точки зрения видео, очень хорошо все я сделал, потому что реально, то есть постоянный у меня экшен на базе. Думаю, зрителям не скучно. Вам, кстати, тоже можно говорить о происходящем, я думаю. Ряд ну, если было хотя бы на 5% менее потно. Ну, поверь мне, мне тоже довольно потно. Я не самый скучающий игрок в этой игре. Я верхом почти не парюсь, я туда не улучшаю никого. В основном только вниз. Я заметил, четвертый барак там. Исследование завершено. У меня-то был четвертый барак спасения. Так, ну гном, мне кажется, должен отдефать. Хотя... Ну а что ему делать-то? Надо дефать. Можно, конечно... Ой-ой-ой, а у гнома уже минус пол хп, офигеть. Можно, конечно, отсюда героя заслать, но я думаю... Блин, видимо, надо обилку, что ли, юзать. Надо юзать обилку, блин. О, сыпем камни, сыпем камни. О, хотя что-то как-то со спавном получше все пошло. Блин, гном постоянно какой-то вообще раненый, такой весь бедный. Такой, ага, спасите меня. Так, надо на мид, наверное, все-таки третий барак сделать, иначе возможны проблемы. Так, здесь третий барак, и герой ко мне идет очень жесткий. Ёпрст, 12 левела, понятно. Зря на мид апали. Тут вообще реально просто не расслабиться. Ого, гном сдох. Вот это поворот. Ну я прям реально вовремя, блин, апнул барак. Блин, у меня же маги. Маги с заклинаниями. Давай эти спеллкастеры там. О, ну они, кстати, они реально используют заклинания. Ну хотя против такой толпы-то еще бы не использовать, блин. Что, походу я все наигрался, что ли? Все, мне снесли все-таки барак, походу. Ой, жесть! А что, блин, мне надо было сделать? Шестая атака тут, пятая атака у меня. Да. Неприятно. Да, там Костя сдохнет. Ну, тоже, кстати, не знаю. Можно, можно все еще мне выжить, конечно. Хотя еще от Андрея жесть идет. Да. Жестко. Чиним башни. Впервые в этой игре. Блин, у меня шестой грейд на здание. Как я так отдался-то, блин? Четвертый барак против четвертого барака. Герой на героя. Левел примерно одинаковый. Юнитов, конечно, изначально у меня было меньше. Но при этом юниты плюс 20%. При этом еще и под зданиями я. Ну и на один атака у меня меньше, блин. У меня еще защита прокачана. Ну чё, у тебя 6 защиты, а у меня 3. Ну да, жестко. Здесь очень-очень вот прям максимально решают грейды. Вот буквально. Я также улучшение в башне делал. У тебя вообще-то почти шансов нету. Поэтому мне вот и не нравится эта версия в том плане, что она стала пипец линейной. То есть ты либо делаешь грейды, либо сливаешь. Все. Как бы нету альтернатив никаких. А что изменилось в этом плане? Я не знаю, что изменилось, но вот это теперь так. То есть, как бы, ну, вот я по себе четко пока не вижу, что я делаю грейд, у меня все хорошо, я не делаю грейд, и все, жопа, вот, сразу. Конечно. Я вот сделал буквально на здание пару грейдов, и все, начали пушить, начали проламывать. Эти, как бы, пару грейдов на здание, они вообще ничего не дают, потому что они, как бы, решаются, там, двумя-тремя атаками сиджей. То есть, вот, 2-3 атаки, типа, там, 500 хп уже и снесли, в общем, которые этот грейд дает. Так, чучки держим, держим. Ой, гном отдается. Так, ну сейчас зато новый спаун тут. Да. Блин, все тут потихонечку отдаются. Еще и с мида подходит четвертый барак. Жестко. Блин, не знаю, как же мне выжить-то без барака, блин. Без маны, без всего вообще. Что можно? Надо сделать, наверное, этот. Что-то надо сделать.
Молнии, конечно, вообще сумасшедшие, блин. Так, ну что, танчики там? Ну, здесь вроде отбился. Уже хорошо, но гном... А, лол, Турен теперь перерождается? Ага. Отлично, блин. Найс. Блин, ну когда же вы тут все сдохнете-то? Надоели уже. Да, клёво, Турен перерождается, блин. Почему бы и нет? Убил мой... Убился мой рокет-лаунчер. Не хватает здесь, золота. Видимо, мортирку надо отправить, не знаю. Ох, и все, уже барак здесь бьют. Да, и причем так, уверенно бьют, блин. Что-то семейство Орды какое-то очень жесткое. Ух, что там за спам смс-ок? Да... Видимо... Не, ну когда все пытаются тебя снести, выжить, конечно, сложновато. Это довольно очевидный, конечно, факт, но... Слегка, да. Я думал, что я смогу выжить, но, к сожалению, нет. Видимо. Ну, я не зря потел, зато это все как бы... Все разговаривали, было интересно. Ну да. В общем-то. Выполню любой приказ. Так. Не, ну мы когда обсуждали момент, чтобы разговаривать о чем-то, survival, ну, типа... Survival, да, типа одна из самых подходящих карт. Не совсем. Ну, я же сказал, что типа она вроде как бы как раз-таки располагает, но при этом тут все равно постоянно почему-то потеешь. Ну да, вот Андрей вообще какие-то там... Какие-то тактики продумываешь. Андрей, там... Ну, уже, например, пипец, как бы. У меня вот всю игру, как бы... Уже то не в комнате. Ну, у меня тоже, но я живу. Ты хочешь сказать, я не потею? Господи, у Димы оставался один барак в мою сторону. Он четвертый апнул, у меня второй был. Он мне героев шлет нон-стоп. И если ты думаешь, у тебя... Изи, я тебе вообще не напрягался в твою сторону и не пушил. Если бы я тебя отправлял как Дима... Ну, то, что ты не напрягался... Так в том-то и дело, что у тебя с моей стороны вообще нет никакой угрозы. Считай, у тебя угроза... И с Медани это угроза. То есть у тебя угроза только с одной стороны, а у меня с трех. Ты понимаешь, что с трех сторон... Это жестче, чем с одной вот стороны. Вот смотри, сейчас мне как раз миты сломают. Ну, у тебя же карта открыта, ты же видишь. Да я вижу, но это 38-я минута, Андрей. А Костя на меня гигантскими армиями такими уже 5 раз нападал. Это 38-я минута, Андрей. Здесь иногда юниты туда проходят толпой. На 38-й-то минуте, понимаешь? Ни хрена себе там радиус у этого спарки. Точнее, дальность. Орудие к бою! К Андрею на 38-й минуте пришли с меда, он такой, о, я потею. Я понял, надо было тебя пушить, ты что-то там расслабился. Да, я отрасслабился. У меня не так все тяжело, как у тебя, конечно. Блин, взяли, прошли. Ну, защищали бы последний барак. Такая забавная ружье, мортир. Блин, я... Давайте, последние ракеты уже там. Летите, ракеты. Забавно, что я еще более целый, чем ты. Ну да. Не, ну, кстати, на самом деле не так-то, конечно, это удивительно, потому что как жестко меня пытались запушить. Но вообще, да. Забавно, что я еще целый. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Блин, здесь последних моих гасят. Давно ракеты там прилетали, не? Да вроде недавно. У меня уже меньше половины хп у барака. Ой, бедняжка. Да. Я думаю, так у всех. Да, у всех меньше половины хп. Блин, действительно, пришлось барак улучшить. Думал, что хватит на мортиру, но не хватает. Ой-ой-ой, жестко. Кстати, что, у Андрея уже медового барака нет, но походу это триумф Кости. В итоге, как бы, вот тем серым кардиналом, который манипулировал всеми игроками, добиваясь своей победы, был Костя. Ого, какой как забавно выглядит этот чувачок. Кстати, типа что, теперь Туреновский герой полезный, что ли, типа? Какой? Ну, который был бесполезным, вот этот вот бычок. Креветка-то не, а... Ее не реворк, ничего не меняли там.
У него стан что-то какой-то постоянно. Ну, у него, да, вот хит стан, он был раньше. Ну, походу, реально сейчас вот как бы Костя победит, видимо. Ну да. Наверное. Mm-hmm. Наверное. А что у тебя за пассивка, кстати? А, у меня пассивка на берсеркера. Ветеран. Чего? Кулсплинтер какой-то. Он, короче, завёрк... Там, а какой это грейд дополнительный дает? Ну, 10% от атаки... Нет, какой грейд... уровень грейда там открывает? А, открывает... Сейчас. Понятно. Арканит Блейдес. Арканит Армор. Тролл Регенейшер. Берсерк. Да, Лол, это те, которые на них действуют. Да. А там написано еще в тексте, что открывает дополнительный уровень какого-то грейда. А, Unlock, я понял. Так уровень Берсерк. Апгрейд. Uh-huh. Ну там, видимо, там же есть какой-то грейд на траве. Ну там есть Берсерк, да, у трави. Да, у меня есть Берсерк, но я не смотрел, какого уровня он открывает. Да и тут не сказано, какой конкретно. Ну, в смысле, всегда открывает четвертый уровень. Четвертый. То есть обычно три левела, а если что-то открывает, то четвертый. А, ну вот. Да, опасно. Опасный Костя взял и затащил. Ну да. Ну, конечно, вот мне кажется, Андрею понадобится психологическая реабилитация после этой игры, потому что он был не в полной безопасности, на него нападали с одной линии. Ой. Вот я и говорю, видите. Я понял, Вадим. Ты сейчас скажешь, что будешь апать камень барак. Ты реально думаешь, что я не апал тебе 10 минут барак вообще? Просто потому, что у меня денег не было. Не знаю. Я не знаю, почему ты не апал ко мне барак, но, очевидно, меня постоянно пушили. Ну, и ты меня пушил, и Костя меня пушил, и Дима меня пушил с трех сторон, то есть на меня шли постоянно. Как минимум, ты постоянно делал грейды, Андрей, как минимум. Какие что вот эти? У меня там вообще каждый... О, 300 голды появилось, давайте там грейды. Что-то. То есть ты как бы все равно постоянно усиливал на Вадима давление, просто за счет того, что у тебя грейдов было больше всегда. Вот. А я постоянно грейдил, кстати, своих. Что? Ну, я постоянно своих грейдил. Меня так никто не пушил, потому что барак с одной стороны. Да, тебя не пушат, делаешь грейды, тебя пушат, тебе приходится что-то делать, как бы деньги тратить там на спавны юнитов, на там ману тратить в главном здании. Вот. То есть ты не можешь физически. На целых три грейда больше, чем ты сделал, Дима, да. Ну вот я жировал-то. Самое забавное, что голды-то у всех примерно одинаково. Ну вон, посмотри, у меня 28 грейдов. Нет, у меня в башнях все сделано. У меня именно вот этих вот грейдов, которые. На атаку, ну, защиту, тут... а именно они решают. Не, ну вывод какой? Андрей всю игру находился под нечеловеческим давлением и выжил только благодаря своей храбрости и мужеству. Но и то не выжил. Забавно, у нас голда примерно, ну, хотя нет, не одинаково. Да не, ну примерно одинаково, кроме Кости. Да. Ну, Костя, скорее всего, я под конец нафармил. Методично снес сначала тебя, ну, примерно да, одинаково да. Тебя и меня, потом Андрея, это да. Так у всех примерно одинаковая голда, да. Но я-то очень много делал грейдов на здание, то есть она у меня, по идее, копились да, деньги. Да, мид, конечно, пипец. Затраты. Вот я, типа, всю игру, ну, наверное, да, вот можно сказать, что я большую часть игры мид держал. И как бы... Я изначально вообще на мид забил, я его не улучшал вовсе. То есть вот 4600 я нафармил. Ну, в общем, друзья, если среди вас есть квалифицированные психологи, срочно пишите Андрею, возможно, ему понадобится ваша помощь после этой игры. Ну, правда, я ее выложу к тому моменту, когда он справится со своими душевными терзаниями. Ладно, всем счастливо, всем пока. Всем пока.